Капитальный ремонт продолжается в Тобольском перинатальном центре. В его ходе заменят коммуникации, отремонтируют кровлю. Центр обслуживает сразу 3 района. И в прошлом году врачи приняли более 2000 родов. Медицинское учреждение оснащено всем необходимым оборудованием. Теперь и само здание, и палаты будут соответствовать современным требованиям. Обсудили в том числе сегодня и задачи, конечно, демографические, потому что в целом все наши города и субъекты входим в некоторую демографическую яму, поэтому работа с молодым населением, с женщинами, с мужчинами, их стимулирование, в том числе и качественное медицинское сопровождение, повышение рождаемости, для нас очень важный вопрос.